Итак, добрый вечер, доброе время суток, я не знаю. Так, у нас новая игра Sonic Generation, а хотя нифига она не новая, больше 10 лет. А все понятно. Да, ждем, когда тут эта игра додумается. А, окей, надо было что-то нажать. Черт. Блин, нельзя было нормально портировать игру. Окей. Да, пофиг с вами. Ладно, пушерный пошел нафиг. Вот! В таком и место, слушайте. Да сказать, have you go again? Молчать. Так, погодите-ка. У меня что-то субтитры не включены, что ли? Вот тебе порядок. Все, можем возвращаться к игре. Алача, расскажу тебе все, что ты хочешь знать. Подойди, если нужна помощь. Молчать. А здесь мы тут давно это все знаем, так что не надо учить ученого. Опа. Это стоять? Опа. Нафиг рыб. Опа. Разбил монитор. Ах ты вот членистоногая. Опа! Известное место. Опа! У вас тут мосты какие-то. Так. Чё-то я не забираюсь. Поехали. Опа, хорошо. Когда это... Я понимаю. Блин, надо что-то с графикой сделать. Да что-то она немного... Опа, аккуратно. Ману, тихо, я без тебя раз... Вот ты сволочь. Я хочу туда. Да фиг. Чтоб тебя. Блин. Опа. Оп. Опа. Паркурим. А, нет. Классно, это разлетается на детали. Отлично. Вот так вот.
Да блин. Да блин. Вот так вот. Отлично. Ты крылатый. Кадайся, а ну-ка, есть все. Опа. Окей. Опа. Всё, понеслась. Всё, я сейчас это спидран будет. Отлично. Ну-ка, чем вы там порадуете меня? А! С! Значит, С, это значит... Супер! Короче, он это побежал дальше, такой бежит. Землетрясение. Чё такое? А фиг его знает. В общем, черная дыра. Какая-то страшная фиговина. И такой... Ты кто такой? Я тебя не знал, иди нафиг. Ну и всё. Так, ага, значит... А мне только секунда. Эй, а что происходит? Вы чайка, что ли? Сюрприз! Кабум! А, ребят! Короче, жрут они там, бухают, все такое. Чем? Ничего. Я вообще невозможно удивить. Ну, в этот раз у вас случится, я и понятия не имел. Да, точно. Не удивляйся, скажи, тебе понравится. О, вот это... Вот это вы, конечно, угадали, подарочек. Понравится, еще бы. Yes. Всё! Давай. Соник, что это? И снова это таинственная непонятная тварина. Что она делает? Короче, она это засасывает вас, понятно? Эй, это не смешно. А сами чё, выбраться не можете, да? Вечно надо этих бедолаг спасать. Фу ты. Короче, какое-то белое пространство, фиг его знает, что это. Всё, просыпайся давай, чухай давай. Нечего бабу. Это я. Я будем это узнавать, что тут это и как тут. Поехали. О, погнали. О. Опа, вот атакуем их. О, полетели. Замечательно летаем. Да я и без себя знаю, так что молчать тут, понял? Так, так и так, отлично. Блин. Надо было прыгнуться, окей. В следующий раз прыгнемся.
Так, хамбуха. Вау, вот это рыбина здоровенная. Не, ну это точно не ясь. Да, я там секцию какую-то пропустил, но... Чёрт с ней. О! Так, надо будет что-то с графикой уничтожить, а то мне такое не нравится. О, здорово! Опа! Почти не потеряли... Чёрт! Кто там что разлило? Бабах! Опа, тут есть еще одна связка. Так это хорошо. Так, окей. Всё! Прибежали довольно быстро. О! Снова А. Или С. С. Так, ага, а у меня это С. Понятно. Ну как бы все, как и в игре. Спасибо, Сайк, я думал, что я умею парю без тела в черном лимбе. У меня был кошмары неделями. Полетал. Я на мое место показать ужасно знаком. Точно не мне. А уж я вам так, будто делался всю жизнь каски. Очень странно. Не более странно, чем помогать Джину волшебной книги, спасая пришельцев в межзвездном парке развлечений. Если вот что мы... Я нашел тебя... Эй, Соник! Я вижу, что там далеке, вроде зданий, но странных на вид. Думаю, неплохо бы это место проверить. Я скоро вернусь. Опа. А вот еще один, чё? О, похоже, я не шутил, когда я скоро. Я думал, ты только что ушел. Да прочитаю его, ладно, пошел я, короче. Так, это старый дом, старый надоедливый всем Кримхилл. Так, что ж, мы открыли вот это вот. Кримхилл Тейлза, так что... И с легкостью сработал рак Эссонг. Я на машине сравниться с тобой. Ладно, мы пока уходим на перерыв. Увидимся позже. Да.